Почти миллион рублей на трупы животных. Из резервного фонда Омской области выделят 920 тысяч на уборку и утилизацию останков косуль. Решение принято после обращений от администрации Любинского и Омского районов. Напомним, с 29 декабря прошлого года в регионе действует особый режим из-за миграции диких животных. Телеканал Омск ТВ сообщал о происшествиях с косулями в городе. Они заходили в жилые дворы, бегали по дорогам, становились причинами ДТП. Сейчас, после таяния снега, по области все чаще находят трупы зверей, поэтому понадобились дополнительные средства.